у нас выражаться в нашем мире? Это вот непосредственно первый этап, да, рождения. Это единство, да, когда ребенок рождается, он еще един, он только вышел, так сказать, душа его только переродилась, и он еще находится в единстве. Дальше вторая стадия, это стадия точек, вот это вот разрушение этих сосудов, да. Это как раз-таки тот, та юность, что ли, детский максимализм, когда нам море по колено, когда мы все можем, да, и вот мы начинаем сталкиваться с всевозможными сложностями, краски, это вот и есть, да, символ разрушения себя, потому что один сосуд разрушает, он понимает, что не может вместить вот это вот все целое, да, в какой-то маленький сосуд. И последняя, это вот стадия починки, да, последний этап, это когда мы уже приходим к нечто такому, ну, мудрости некой такой, да, зрелости, когда мы уже все устаканилось, мы уже понимаем, мы уже...